Это «Лайф». Мы рассказываем новости первыми в ближайший час. Вместе с вами мои коллеги и Алексей Абаренов. Ну что ж, двойные стандарты. МИД Азербайджана не дает официальных комментариев о причине выдворения журналистов «Лайфа» из страны. На сайте дипведомства нет ни строчки о депортации. При этом у местных СМИ соответствующая информация есть. Со ссылкой на пресс-секретаря министерства, где Хикмет Гаджиев обвиняет съемочную группу «Лайфа» в искажении фактов и заявляет, что нахождение российских журналистов в стране нецелесообразно. На самом деле, власти Азербайджана попытались заставить наших корреспондентов передавать новости по конфликту в Карабахе так, как им нужно. И когда наши журналисты отказались, их депортировали из страны. И вот в чем парадокс. Работала группа Евгения Змановского в Азербайджане с устного разрешения самого Гаджиева. 3 апреля наши продюсеры вышли на связь с главой пресс-службы внешнеполитического ведомства, чтобы ускорить процесс аккредитации разрешения на съемку в стране. По телефону Хикмет Гаджиев заявил, журналисты могут работать, разрешение получено. В принципе, они могут работать в данный момент. Как вы знаете, вчера их приостановили и просто объяснительно дали им, что как надо работать. Но в принципе они работают, разрешение дано. После этого нашей съемочной группе дали сопровождающих из местного отдела полиции. В течение 2 дней Евгения Змановская работала в приграничных с Карабахом населенных пунктах. И надо отметить, что места для съемки определяли сопровождающие. В их числе был зам руководителя районного отдела полиции и представитель местной администрации. Более того, именно они сами переводили все интервью. Выезжать из поселка Сарыджалы, где мы выходили в прямой эфир, нам пришлось под минометным обстрелом. Оттуда до линии соприкосновения меньше 1 километра. Снаряды разрывались рядом с жилыми домами. Свою артиллерию, пушки Д-30, а также грады военные Азербайджана размещают рядом с населенными пунктами. Поэтому туда стреляют в ответ с той стороны. За 2 дня мы успели объехать 7 поселков. Разрушено около 50 домов. Есть погибшие среди мирных жителей и десятки пострадавших. Подчеркну, что на местных телеканалах, особенно в Баку, реальную ситуацию в приграничной зоне рядом с линией соприкосновения, мягко говоря, приукрашивают. 2 дня мы в сопровождении полиции, чиновников администрации показывали, что сейчас происходит у линии соприкосновения. Но, видимо, озвучивать реальную ситуацию сейчас здесь не хотят, чтобы не пугать население еще больше. Поэтому сразу после съемок нас отвезли в районную администрацию. Там 2 часа держали в пустом кабинете, не объясняя, зачем мы там находимся. После сказали, что поедем в больницу снимать раненых, куда мы изначально договаривались поехать с сопровождающими. Но нас привезли в полицию, где еще около 2 часов начальник полиции Тертерского района нам настоятельно рекомендовал вернуться в Баку, чтобы получить разрешение у Министерства обороны на съемки. Хотя отмечу, что 2 дня полиция нас сопровождала и проблем никаких не возникало. Очевидно, что им поступило устное распоряжение сверху не препятствовать нам при съемках, но пристально следить за всеми нашими передвижениями, что они и делали. Но спустя 2 дня их позиция резко изменилась. Во время беседы руководитель полиции неоднократно нам намекал, что лучше бы нам покинуть страну, а сейчас нам срочно нужно уезжать из приграничной зоны в Баку. Разрешили только забрать вещи из гостиницы, до нее нас также сопровождали на автомобиле. У отеля нас уже ждал лично заместитель начальника РОВД, который опять стал проверять наши паспорта. Внутри на ресепшене ждали еще 4 полицейских, а когда мы зашли в номер, то заметили, что наши вещи разбросаны, как при обыске. В итоге до самого Баку нас сопровождали в каждом районе на новом участке трассы, машины менялись. Следить не прекращали вплоть до того, как мы зашли в аэропорт. У линии соприкосновения в приграничных поселках наша съемочная группа была единственной из российских журналистов. Все, что мы показывали и говорили, проверяли сотрудники полиции или администрации. Мы сразу заявили, что не занимаем позицию ни Азербайджана, ни Армении. Мы показываем, как от обострения конфликта, от боевых действий страдает мирное население с обеих сторон. Сопровождающие постоянно просили, чтобы мы озвучили, что они якобы первые не стреляют, а только отвечают. Мы отказывались делать такие заявления, так как определить, кто чаще использует артиллерию и первый открывает огонь, невозможно. Чтобы информация была объективной, еще одна наша съемочная группа работает в Нагорном Карабахе со стороны Армении. Но получается, что реальную ситуацию в зоне конфликта правительство Азербайджана сейчас афишировать не намерено. Евгения Змановская, Сергей Дубровин, Владимир Гончар. Азербайджан. Лайф.